Добрый день. Я хочу, чтобы вы под бурные аплодисменты поздравили наших курсантов. Подождите, по каждому по отдельности. Награда у каждого своя. В двух словах скажу, за что и почему. У нас дети 12 уроков прошли. Это целый цикл, который называется «Чудесные слова Иисуса». И я думала, что мы просто, вот, знаете, что-то вкладываем в них, семена вкладываем. Но когда мы подводили итоговые занятия, они, оказывается, все помнят и все знают. И это так приятно, и даже периодически применяют, поэтому, ну, мы сами удивляемся, что у нас такие дети, как губка, все впитывают, поэтому хотим всех поздравить. Но сначала хочу поблагодарить наших помощников, которые, возможно, и никто их не просил, никто, они и не назывались, но так получилось, что они стали помощниками нашего детского служения. И я хочу поздравить и вручить такой похвальный лист Алексею Ждановичу. Похлопайте, пожалуйста. И, Алеш, мы долго-долго думали, что же тебе такого памятного подарить, и поняли, что ты у нас в таком возрасте. Можно я покажу? Ну ладно, он в таком возрасте, что ему очень сильно захотелся подарок, который рассчитан был для детского служения. И он уже такой взрослый, что ему надо взрослый подарок. Ну покажи. Ну ладно. Короче, кому интересно, подойдите, он вам на ушко скажет. Спасибо тебе большое, Леш, ты действительно наша опора, помощник. И то, что Татьяна, он настолько нравится нашей Татьяне, что она говорит, я возьму его себе в качестве заместителя. Так что, Леша, я тебя поздравляю с повышением. Благодарим тебя. Да. Также у нас для Татьяны подарок есть. Не для тебя, для другой. Но она почему-то не пришла в этот раз, но мы ей передадим. Даш, поставь туда на окошко, ее ждет подарок. Это каждому учителю надо для восстановления всех своих сил и энергии, витаминчики. И также у нас еще один есть помощник. Татьяна, тебе большое тоже спасибо. Ты просто как никто, всегда, всегда как солдат готова. Спасибо тебе большое, дорогая. И правда, ты для нас очень ценна. И мы тоже думали долго, что тебе подарить, но решили, что в твоей жизни, ну, пусть бутылочка пива не нужна, но чашка хорошего чая 100%. Так что получаю удовольствие. Спасибо большое. Ну что, дети, вы наше ядро нашего служения, наша проверка нас на прочность. Спасибо вам большое. И я хочу первую поздравить Злату Жданович. Поаплодируйте этой принцессе. Саша, ты предмет всех наших откровений в детском служении. Поздравляем тебя за прохождение первого курса. Паша, без тебя бы Алеша не пришел в помощники. Спасибо тебе большое, что ты взращиваешь наших новых служителей. Мы молодцы такие. Ну и также Натан, который уже в Эстонии, но ему передаст, я знаю, вот любимая тетя, почти крестная, но сопровождает везде. Так что сейчас нас ждет, включая Машу с Олегом. Ребят, вам повезло. Вы попали к нам вот прямо в момент награждения. Поэтому нас всех ждет классная ярмарка с призами, с подарками и сладким столом, который подготовили учителя. Спасибо большое. Поаплодируйте нам.